Итак, ребята, приветствую всех, с вами Саша Джаггернаут. В недавнего времени я ношу титул мистера ТО по номинации мнения игроков. Победа была наша общая, за меня голосовало около 667 человек. Да, на тот момент, когда закрывалось голосование, именно столько голосов было за меня. Отставал я примерно на 80, там на 100 даже бывало от первого места. Но потом в последний день я накатил. Ну там как, не последний день, там голосование всего лишь было 24 часа. В последние 10 часов я очень сильно накатил и даже обогнал на 60 голосов. В общем, эта победа наша общая. Мне помогала практически половина танков онлайн, то есть танкового сообщества, какое может быть. Это Саша Злой Кролик, он мало того, что репостнул в свой паблик, он еще и репостнул к себе на страницу, на которую как бы, ну, много кто заходит и много кто посещает. А Рома Дивиди, ну куда уж без него, он даже меня в видео в своем пропиарил. Также хочу сказать спасибо Юре, администратору паблика RuTank и фотографы. То есть без него бы у меня этого ничего бы не вышло. Также паблик «Приколы танков онлайн». Их пабликов мне помогали также и другие совершенно, ну, незнакомые для меня персонажи. Это Миша Банюк. То есть как бы как ютубера я его знаю, но как человека мы с ним абсолютно никак не пересекались, да и общались, ну, очень мало. Но он тоже мне помог, тоже сделал репост, тоже его публика увидела и проголосовала за меня. Также паблик «Где танки?», ну там, правда, как бы я уже пиар купил, но все равно, как бы, Миша Рамштайн, он согласился, у нас раньше были терки с ним, вот, он все равно, как бы, согласился, пусть и на платной основе, сделал репост. Также Андрей Кадар, тот же самый Афлопоид, у него тоже я купил пиар за 200 рублей, вот, ну и как бы вот так вот я получил первое место. Также еще паблик «Витальки». То есть он тоже за бесплатно абсолютно сделал репост, помог мне, ну, занять как-никак первое место. И, в общем, ребята, эта победа, знаете, эта победа наша общая. То есть я вроде бы как и в танках стал не актуален, ничего не делаю абсолютно, ну, кроме тутера, который я вам обещал за первое место. Так вот, это показывает то, что если соединиться, то вместе мы можем как бы, ну, быть круче всех, то есть будет там у человека либо 100 тысяч подписчиков, либо миллион даже. То есть, это знаете как, не имей 100 косарей, а имей 100 друзей. А с вами был Саша Джаггернаут, спасибо всем. Я привезу тебя домой утром на рассвете.